Сегодня 9 ноября 2023 года. Я гражданский активист, политически заключенный в Орынбор из города Уральска. Сегодня по повестке был у следователя Жускалиева в здании ДВД. Он требовал от меня голосовой образец для отправки моего голоса в экспертизу. Я, конечно же, отказался без защиты адвоката. Я по закону, по праву требовал Жускалиева подключить мне адвоката Гульжанова с Актобе, но, как всегда, он отказал. И он еще по моему требованию отказал предоставление мне копии документов, которые мне открыли по уголовному кодексу 405, часть 2 и 23 числа октября 2023 года произвели у меня дома обыск. Тоже протокола обыска отказал мне предоставить. И копии допроса тоже отказал мне предоставить. Вот такой беспредел мотивированный властями Казахстана. Преследование не останавливается. Прошу зафиксировать правозащитников Казахстана, Европы и Америки. Спасибо за внимание.